Девочка, мы тут с тобой рядышком спим. Ой! Что произошло? Чё это? Чё это? Что? Что происходит? Чего? Где? Где? О! Кто это? Приятного просмотра! Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы с вами поиграем в режим под названием Day Car. Ну что, давайте пройдем в первый автобус. Он называется у нас A. Автобус A. И... А как ты тут бегаешь? Слушай, чего? А как тут бегать? Я не могу, например. А? Ну ладно, 10 человек у нас уже здесь есть. И это еще не максимум. Да, смотрите, одни девочки. Девочка, 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 девочка. Ну все, мы поехали. Сейчас посмотрим. Это... Так, ну что, мы появились около какого-то здания, около какого-то дома. И мне очень интересно. Кстати, смотрите, заметьте, выгляжу, как будто я ребенок. Да, кстати, 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 да, я какой-то ребеночек. Ну-ка, это же получается у нас детский садик, наверное. А может быть и нет, я не знаю, ребят. Напишите в комментариях, кто проходил эту игру. Смотрите, одни девочки, просто-напросто одни девчонки здесь. Ну что, дайте пройти-то, пожалуйста. Кто там у нас остался? Эй, ребятки, хватит спать, погнали. Погнали в домик заходить. Эй, чего? Я могу дальше? Опа-на, кто-то вышел. Привет, меня зовут Лили. Ага, вот, это, похоже, наша какая-то руководительница, да? Она, похоже, будет в течение 2 дней наша какая-то руководительница или просто хозяйка этого дома. Так, стоп, а почему я так далеко появился? Так, ну что, погнали. Давай, пропускай нас в дом. Хватит, Лили, Лили, открой дверь. Во, мы в домике, ребят. Добро пожаловать. Ничего себе, это у нас детский садик. А, она наша няня, ребята. Это, похоже, наша няня. Смотрите, здесь сколько всего есть-то. Ого, подождите-ка, я могу спиннер крутить, смотрите. Пиу, крутанул спиннер, интересно. О, здесь могу тоже играть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ничего себе. Ну-ка, что у нас тут еще есть? О, стой, я сел. Нет, я вот это хочу. Уи. А, его крутить можно, смотрите. Пси, он крутится. Так, а это у нас пульт. Я могу телек включить? Ну-ка, телек. Эй, алло, телек, включайся. А он не включается. О, вот, смотрите, нянкет. Уи. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут еще жмякается, нажимается. Ну-ка, тут у нас ничего нет. Это у нас столовка. Да, ребята, столовочка. И мне кажется, сейчас что-то произойдет. А может быть, не произойдет. Ну-ка, давайте попробуем подняться наверх. Такая у нас разноцветная, радужная. Ой, ой-ой, что произошло? Так, мы наверху. Она зовет нас кушать, что ли? Ага, да, ребят, смотрите. Что я буду кушать? Я, наверное, выберу пиццу. Я люблю пиццу. Вот так вот. Все, я пиццу выбрал. Давайте, а где все остальные-то? Не, нас много еще людей. Похоже, никто не хочет до сюда идти. Ой, девочка, привет, привет, привет. Я буду пиццу кушать. А ты что выбрала? Сейчас посмотрим, что она выбрала. Ну что, мы готовы, да, мы готовы. Дайте мне пиццу. Дайте мне пиццу, хочу пиццу покушать. Что-то она нам ничего не дает. Эу, ты дашь, нет, мне пиццу? Ой, кто-то играет, смотрите. О, ничего себе. Смотрите, я в шариках. И я спрятался, смотрите. О, ну-ка, это что такое? Ну-ка, дайте-ка, дай-дай-дай, открыть. О-о-о, нифига себе, какой клоун тут страшный выпрыгивает. Ну-ка, сейчас еще раз. Тен-тен-тен-тен, крутится, крутится, крутится. И смотри, сейчас клоун будет. Ну-ка, давай. О-о-о, ладно, ясно все с тобой. Кто-то пришел и позвонил в дверь. Кто там? А, вы... Я не хочу туда смотреть. Подождите-ка, а вон там кто-то бегает, смотрите. Сзади дома кто-то бегает. Чувак, как ты туда попал? Через окно нет. Там кто, интересно, там будет сейчас? Давай, открывай дверь и посмотрим, кто там. Пицца! А, это пицца! Это пицца пришла, что ли? Пиццу заказали. Ура! Все, кушаем пиццу. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусная пицца. Девочка тут даже за столиком, да, решила покушать. А, у меня кончилась пицца, я ее всю съел. Тут у нас каминчик, смотрите. О-о-о, сейчас пролезу в камин в горящий. Нет, не пролезу. Ну, давайте посмотрим. Тут рисовать можно? Нет, рисовать нельзя. Так, у нас что-то сейчас происходит. Опа-на. Ой, ой. Я ничего не делал. Я ничего не делал. Нам пора... Ой, а там, смотрите. Как ты туда пролез, чувак? Он там бегает, смотрите. Мы хотим играть. Давайте играть, 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 играть. Мы сейчас будем играть. Смотрите, кто-то нарисовал. Я этого не делал. Ничего себе. Ладно, погнали спать. Все, ладно, я слушаюсь, слушаюсь. Погнали, погнали, погнали. Мы будем спать. Так, это для девочек, наверное, комната. Но я сюда пришел. Ну-ка, ну-ка, пип-пип-пип-пип-пип-пип. Нет, я пойду к мальчикам в комнату. Вот сюда, синенькая, это, наверное, для мальчиков. Так, а кто-то спит уже, смотрите. Подъем. А девочка, ты-то что тут забыла? Это комната для мальчиков. А, тут вход такой одинаковый, все ясно. Ладно, давайте ложимся спать. О, я просто, смотрите, провалился в кроватке.
Девочка, мы тут с тобой рядышком спим. Ой! Что произошло? Опа-на, свет вырубили, ребят, вы видите? Что-то произошло с электричеством, да, с энергией. Ну-ка. Я не понимаю, пока непонятно ничего. Эй, а где эта самая наша руководительница? Тут почему-то внизу все. Камин горит. А где руководительница-то, ребятки? Ребяточки, где наша руководительница? Смотрите, там кто-то мячик мотает. О, что это? Что это? Что? Что происходит? Чего? Где? Где? О, кто это? Вы видели? А там чувак бегает наш. Вон он стоит. Вон он. А его теперь нету. Опа-на. Ладненько. Что-то с электричеством. А-а-а! Что это? Офигеть! Убегаем. Быстрее, быстрее, быстрее. Он на кухне был. Уходи. Дурачок, ты что там стоишь? Уходи. Где он? 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 Где он был? Жесть-то какая. Он наверху, что ли, был? Или где? Вон он. Внизу. Он бегает, смотрите, за всеми. Жесть. Ты что такой громкий-то? Он опять пропал. Он сейчас может здесь появиться же. Нет, его нету здесь. Ладно. А где он? Где он, ребята? Вы целы все? Вы все целы? Где? Где? Я его не вижу. Опять он появился. Где-то. Непонятно пока. Сколько у нас человек? Нас достаточно еще людей. Я не понимаю. Похоже, кто-то спит. Вот, смотрите, он за девочкой бегает. Он девочку убивает. Блин, я сюда, я в эту комнату, все. Я спрятался. Тут кто-нибудь есть? Да, вот чувак стоит, прячется. Хватит уже. Это лицо мне. Ускать, он здесь. Уходим, уходим, уходим. Он врезался, смотрите, он врезался. Ой, все, его здесь нету. Он невидимый, что ли, стал? Где ты? Блин, а где все это? Где наши-то все? О, все. Ладно, все, неплохо теперь. Но зато минус несколько человек, но зато все хорошо. Как туда пролез, чувак? Как он туда залез, я не понимаю. Монстр нас атаковал. А куда она пропала-то? Вот что? Монстр? Какой монстр? Да, да, еще скажи. Что за монстр? Да, 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 да. Хватит меня, говорит, веселить. Она, наверное, и есть монстр. Это очень жестко, ребята. Нам надо, наверное, как-то... Ой-ой-ой, я теперь ничего не вижу. О, вот все, где мы? А, мы на втором этаже, все. Идите в спальню и спите, она сказала. Ладно, я лег, я сплю, все. Go to bed. Я лег, все, все, я сплю. Я сплю, все, все, тихо, тихо. Чувак на второй этаж слег, все нормально. Двухъярусная кроватка, я на первом, он на втором. И теперь нам нужно спать. Пицца? В смысле, кто-то пиццу не съел, что ли? Смотрите, девочка почти умерла, у нее очень мало жизней. Вообще просто капелька, там процент, наверное, у нее остался. Вот это да. А что это такое торчит? А, это труселя, смотрите, труселя его торчат. Вот, видите? Вот здесь вот. Или это не труселя? Нет, это его шапка. Ой, все, мы выспались. О, нет, не выспались. Я глаза закрыл. И сейчас, похоже, что-то будет, да? Нет. Это, похоже, первый день был, ребят. Ой, ой. Что это такое? Ой, ой-ой-ой. Это мы спим? И это камера, да, получается? Насколько я понимаю. Да, я не могу, потому что ходить, шевелиться, ребят. О, вот он! Это что такое? Что произошло? Где он? Он снова тут появился? Или нет? О май гад! Снова он пришел, похоже, сюда, ребята. И что нам делать? Это первая ночь всего лишь? Она сказала, две ночи она с нами будет. Интересно, он тут или нет? Нет, его тут нету. И что тогда делать? Это снова монстр тут. А где это наша руководительница? Руководительница? Училка? Или как? Нянька? Няня, ты где? Ну-ка, появись. Нет, я ее не вижу, ребят. Няню не вижу, к сожалению. Ой, опять мы сейчас где-то появимся, да? Ой, я сплю теперь на девчачьей кровати. Все, типа подъем? Подъем, да, ребят, утро. Good morning, people, good morning. Да, все, отличненько, идем кушать. Как будто ничего и не было. О, вот она у нас тут стоит. Дай мне покушать, а? Пожалуйста, дай мне поесть. У девочки уже есть покушать, а у меня нету. Дай кушать. Теперь вы будете, сегодня вы будете есть панкейки. Уху, я люблю панкейки. Ну что, давай нам панкейки. Ну-ка, где? Отдай мне панкейк. Ой, а чё вы... А, вот, все, все кушают. Может быть, мне не нужно кушать? Я не знаю. Ребят, я не хочу этот панкейк кушать, но я его съем. Я его съем, спасибо. Спасибо. Все, я наелся. Я полностью наелся. Тут кошечка еще стоит, смотрите-ка. Мяу, мяукает, ничего себе. Нас куда-то телепортировало. Ну, мы сейчас в другом месте. Ой, здесь у нас аквариум даже, ничего себе. Теперь веселитесь все, ура. Все, погнали веселиться.
Погнали играть с друзьями. А в чё играть будем? Как вы вышли на улицу, ребята? О, я тоже могу на улицу выйти. Ничего себе. Так, ну-ка. О, да. Я катаюсь на качельке. Уи. Ну-ка, давайте растолкайте-ка меня. Растолкайте меня. Ну-ка, ну-ка. Чё-то я хочу посильнее качаться. Давайте-ка мы вот так. Оп. Сейчас и сядем. Во, во, во. Ну, все равно как-то не так. Съедем сейчас с горки. Ну-ка, давай, давай. Нет, не едет, смотрите-ка. Не хочет. Ой, нас куда-то телепортировало. Ну, все, поиграли, что ли, так мало? Я еще хочу. Опа-на. Снова что-то со светом. Но это уже днем, слушайте-ка. Что происходит? Это уже день. Но сейчас мы посмотрим, что нас будет сейчас ожидать. Ну-ка. Почему вы здесь стоите? А, тут ее фотка, слушайте, смотрите-ка. Неужели она все-таки убийцей, не вон тем монстром? Смотрите, все стоят около... Ой, опять он появился! Ой, а куда он идет? Смотрите-ка. А, он к огню идет. И что дальше? Он хочет пожар устроить? Да, смотрите, горит. Вот почему все стоят около огнетушителя. Давайте, огнетушитель. Дайте взять. О май гад, нет. Мы все умрем. Ой-ой-ой, что такое? Горит, все, дайте огнетушитель. Огнетушитель, давай. Берем. Где он? Почему я не могу его взять? Вот, все, огнетушитель. Все, давайте. Вот так. И тут тоже давайте потушим все. Давай. Во, хорошо. Давай, на телике тоже. Ой, я чуть-чуть даже сгорел немножечко. Все, ребята, мы потушили весь огонь. Вроде бы, да? На втором этаже же ничего нету. Да, вроде ничего нету, ребят. Все, мы справились. Кто-то умер, смотрите. Нет, девочка, так жалко тебя. Прости нас. Ой, а что они спрятались, смотрите? Они куда-то спрятались. А вы что спрятались, ребятки? На сколько человек-то осталось? На 6 человек осталось всего лишь, ребят. А было 10. Или даже больше. Ничего себе, вы посмотрите, куда он залез. Ого. Чего? А девочка тут? Они, похоже, проходили этот кемпинг. И вот сюда надо в следующем испытании. Надо, наверное, сюда идти. Давайте сейчас посмотрим, что сейчас произойдет. И, если что, пойдем туда. Ой, что такое было? Что это было? Я не успел посмотреть. Они хотят, как я понял, выбраться отсюда, ребят. Но место, где, откуда можно выбраться, нету. Поэтому вот отсюда мы сейчас пойдем. Во, да, ребята. Мы пошли, там тупик. Так, убежать нам надо, да? Правильно бежим или нет? Я не знаю. Наверное, вот сюда, да. Побежали за всеми. У нас тут тупик. Вот тут не тупик. Нет, тут тоже тупик. Так, вот здесь не тупик. Вот здесь, вот сюда бежим. Да, все правильно. Опа-на. Так, и что дальше? Что? И чего? Мы все застряли? Да, ребят, мы все застряли, похоже. Или нет? Ну ладно, давайте сейчас посмотрим. 10 секунд пройдет. Но вроде бы все здесь, да? Мы убежали из дома, но мы застряли где-то в вентиляции. Лол, интересно, куда эта вентиляция сейчас будет вести? Так, и что сейчас делать нам, ребята? Я не знаю. О, смотрите, куда-то чувак застрял. Ничего себе, смотрите. Он застрял в вентиляции. Ты как это сделал, эу? Читер. Джамп. Что? Прыгать, чтобы открыть вентиляцию. Ой, где мы? А, вот мы куда упали. Все понятно, мы на кухне теперь. Ой, а мы снова теперь вышли, да, отсюда? Ага, ясно. Когда Лили-то вернется? Где она вообще? Ой, я туда не могу зайти, к сожалению. А он туда, интересно, смогу я опять пойти или нет? Так, ну я пока никуда не буду рыпаться, потому что я не знаю, что там дальше делать. О, Лили пришла. Ничего себе. Откуда это? Она, мне кажется, странная, ребята. Посмотрите на ее лицо. Она что-то скрывает. Кто-то вышел, ребята. Нас осталось 5 человек. Куда она пошла? Пойдемте за ней посмотрим, куда она нас приведет сейчас. Очень интересно. Она вот сюда нас позвала. И сейчас у них происходит какой-то диалог. Она говорит, что кто-то кого-то съел монстр. Нет, дверь закрыта, ребята. И что делать? Дверь закрыта. Почему-то я это говорю. Подождите-ка. Надо забрать молот какой-то, открыть молотом. Так, подождите-ка. Что-то мне подсказывает, что она вообще какая-то плохая. Ой, кто разбил стекло? Где? Escape? Вот двери разбиты. Окей, я выбежал, что дальше? Ой, это что такое? Это бревно какое-то. Ладно, все, все выбежали вроде бы. Еще один остался, да? Вот, девочка осталась. Ой, она умерла. Почему она умерла? Как это произошло?
Нет, нас 3 человека осталось. Ну все, мы выбежали же, все, мы выбежали. Погнали, ребята, убегаем отсюда, нафиг. О, нас телепортируют куда-то. И что, мы на улице, на каком-то холмике. Такая музычка, смотрите, везде лес кругом. И что нам делать? А где дом? Мы, похоже, от него уже убежали, да? Мы убежали очень далеко от дома. Везде... Ой, вон там избушка какая-то. Избушка и пещера какая-то, смотрите-ка. Давайте посмотрим, что это за избушка такая тут стоит. Домик. Ну-ка, сейчас постучимся туда. Но сначала нам нужно, как я понял, найти еду в лесу, что ли. А, ладно, давайте попробуем поискать. А может быть, нам надо зайти в пещеру? Ну-ка, давайте посмотрим. Попробуем зайти в пещерку. Ну-ка. А, здесь ничего нету. Да, в этой пещере ничего нету. А вот что-то я нашел, ребят, смотрите. Вот, я нашел что-то. Окей. И что сейчас? А, я один? А нет, не один, все нормально. Я нашел какие-то яблоки непонятные. И что теперь делать? Их кушать? Или давайте пойдем в эту избушку. Где мы, ребята? Мы... О, вот все, яблочки. Вот яблочки, нам надо покушать. Кушаем? Кушаем, ребят, давайте кушаем. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, я поел яблоко. Как вам яблочки, ребят, которые я нашел? Давайте вот сюда пойдем. Что это за домик, интересно? Вот смотрите, я отсюда вот так могу. Сейчас вот так. Оп, эп, не могу, нет. Нет, не могу. Уже наступила темнота, ребят, смотрите. Ой, а чувак залез вообще на дом. Давайте залезем вот сюда. Погнали, погнали. Да... Ой, что? Что? Мы отравились яблоками, ребят. Они умерли, а я нет. Эти яблоки были отравленные. И что делать? Я один остался. Блин, у меня мало очень жизней. Офигеть, интересно, я смогу вообще пройти или нет один? Яблоки были отравленные, похоже. Или что-то какие-то неплохие были. И что мне делать-то теперь? Блин, в это здание только идти стучаться, я не знаю. Опа-на! Сейчас что-то происходит, ребят. Я снова на этом холмике, и я остался один. Я остался один. И что мне теперь делать? Я не знаю. Где у нас этот домик? Я его не вижу почему-то. Где он? Он не светится даже. А, вон, все, я его вижу. О, что это за звуки? Я один в лесу в страшном. Так, костер или... В домой зайти или костер? Давайте домой зайдем. Я хочу домой зайти. Ну-ка, мы с вами выбрали этот домик. Или, подождите-ка, или мне надо построить домик? Странно, странно. Мне надо деревья собрать, ребят. Теперь вот эти бревна надо искать. Окей, ладно, погнали искать бревнышки. Похоже, я сейчас буду строить дом, да? Похоже, я сейчас буду строить дом. Вот, вижу бревнышко одно. Надо найти 7. Так, ну что, ребят, мы нашли последнее бревно. И что сейчас будет? Очень интересно. Ну-ка, нас куда-то телепортируют. Опа-на. Мы построили дом, серьезно? Даже так? А, мы такой шалашик сделали, да, с вами? Окей, ладно, все, у нас есть теперь шалашик. Вот такой вот. Хотя там рядом стоит дом, ничего, да? Ничего страшного такого нет, да? Ладно, мы давайте будем здесь ночевать. Я остался один, нас было 10, а теперь я один. И что дальше? Сейчас какая-нибудь фигня произойдет, 100%. Какая-нибудь непонятная фигня. Я лучше бы на дерево залез вот так и переночевал. Вот так вот, здесь лучше, здесь видно хотя бы, что происходит. О, дождь пошел! О, я сейчас умру, я сейчас умру, я сейчас умру, я сейчас умру! Я умер. Жесть, я умер, ребята. Я, наверное, не буду до конца этот режим пока, ребят, проходить, потому что не знаю, понравится он вам или нет. Если он вам понравился и вы хотите увидеть продолжение, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.